Ты вот это придумала, ребята. Вот это все они приехали. Ты наливай, наливай, Валер. Что-то их много было. А знаешь, коньячные должны быть и такие. Мне в большую прям налей в пляшку, да. Только много не наливай, так. На... Вот, вот так, да. Ваня тоже такое любит. О, что ты маленький, там был маленький. А вот же маленький. Не-не, это ж коньяк, его надо в большой, блин, да. Андрюш, ну не под котлеты его, блин. Тебе маленький? Нормально под котлеты пойдет. Пойдет. Это вечером побалдеть посидеть. Руїну подона на виконання доручення.